Итак, дорогие мои друзья, Синдранкогурские дела продолжаем. Играем сегодня за Риону. Очень интересный персонаж. Имбовый достаточно. Я вам это сейчас продемонстрирую. Погоди, сюда, наверное, стрип-н-рип. Ну да, не важно. Да, сюда. Я вам это продемонстрирую. В чем особенность этого персонажа? В чем особенность Рионы? В том, то, что это открытая извращенка. То есть это самый пошлый персонаж во вселенной. Да? То есть если все тут, ну, как бы, в принципе, игра пошленькая, да, то Риона, она еще и пошлая внутри вот этой всей пошлости. Если девчонки там более-менее как-то стесняются, когда с них что-то слетает, там какие-то одежды и прочее, ну так, наигранно, то это и в кайф. Вот, а вообще она такая, ну, БДСМщица, в общем-то. То есть любят, когда ее бьют, унижают, ругают и так далее. Но стиль у нее вот этот с двумя пушками, он очень мощный. Вы, наверное, думаете, а ну что ж тебя колотят тогда? А я сейчас увидите, вы не переживайте. Сейчас. Они хотят сразу по-крутому. Поехали. Как видите, она еще в таком стиле, да, фигурного катания исполняет дела. У нее всякие там крутилки, вертелки. В общем, это очень клево. А? Круто? Не, мне нравится, Ренка прикольная. Маска пришла. Ну что, в каком-то купальнике в классическом слишком. Икаруга. Ну, Икаруга вообще красотка. Кацураги. Блин, как я вот эту вот Ханзу Академию обожаю. У них вот все очень крутые. Только вот проблема есть. Вот одна небольшая проблема. Я всех убью. Супер ульта. Какую хрюшку, видели? Из льда создал. Так, Аска трансформится. А, ну вот. Вот это уже ейонный купальник. Ейонный. А Кацураги чего? Ну и в бассейне устроим, возьмем. Ну красота. Кацураги отлетела. Очки для Кацураги — это мое изобретение. Так-то у нее их нет, а мне кажется, они очень идут. Ну что, хрюшка? Да, не попал. А нет, все, попал. Все, это минус. Причем фулл стрипнутый, да? Да. Эх, жалко это. Цензура. Нет, конечно, я ее как могу отключить. Все есть, моды есть, все, ну, все, что нужно, есть. Но YouTube тогда точно не пропустит.
Тебе тройку поставили? Ну вот крутая, нравится мне. Не, все-таки Рёна топчик. Быстро довольно управились. Пойдем в Шиноби Доджо. Наверное, за очки, да? Тринадцать будет самое веселое, потому что если брать там какие-нибудь лифчики, трусы были вот буквально недавно за Минори. Как-то это, ну, неправильно. Это неправильно. Ну, за лифчики можем сбегать за Харуку. Да, попробуем. А здесь все-таки оставим поинт батлы. 15-минутка. В общем, классика наша любимая. Тропикал Бич Бей. Every minute, все как положено. Да? Да. А сколько человек? 4. Free for all. Поехали. У меня, кстати, есть все игры по Синранка Гури, чтобы вы понимали. И то, что мы начали вот с Estival Versus, это только начало, ребята. Это только начало. Я вас этим контентом заебу, понимаете? По Синранка Гури. До тошноты. А почему это все так интересно получается? Нет, нет, нет. Ой, какая у тебя, оказывается, медленная штука есть. Но при этом есть и вот такая штука очень прикольная. Морфнулся. Ах ты, я не успел. Поехали. Но мне бы хорошо бы вторую ульту применять. Блин, ну как они меня дефлектят? Мне это не нравится, когда я спешил и выкатываю. Поехали. Другое дело. Кто там издалека стреляет? Я чуть... О, против нас сестра со снайперкой? Да это вообще трэш. Да, на Эриал выходим. В обратную. Ну, не успел, ладно. Думал, камбу до 1000 добью. Да ладно, я Most Wanted. Охренеть. Ну хорошо, если ультушку какую-нибудь в сундуке открою, достану, то и прекрасно все будет. Вот оно. Ну, ребята. Девчонки, девчонки, вы мне нужны. Это во-первых. И вот первая ультушечка тоже хорошая. Она еще язык постоянно показывает. Так сказать, все мои дети же удовлетворены практически.
てるみたいだね。いい感じじゃないか。Так, хорош. Флэнбом все закинул. Не, пожалуйста, 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 успей, 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 успей. Не успел. Стрипнули меня. Прикинь, а у меня фул этот. У меня, я мог... Вот суки. Я фул ульту так и не провел, получается, ни разу. Я думаю, то, что сейчас еще у нас время будет на фул ульты. Все, поехали на коньках. Да что ж они меня дефлекс так жестко? Стоять! Я вынужден просто, чтобы быстро применять ульты, потому что мы тут вообще в жестком замесе. Это хороший, нам он нужен! Блин, там робот, если его кто-то другой займет, это будет проблема. Поехали. Я туда. Не помню, как у него садиться, правда. Тихо. Ну, в смысле, я топчу? Неплохо. Вот такой с тонфами. Туда бахну. Нормально. Я бью в скалу куда-то. В скалу. Эскапи! И поехали гиперлуту делать. У меня ХП нету, я поэтому... Во что гораст. А почему я вон так? Потому что у меня очков больше всего. Это всегда так работает или чего? Наверное. Если мы так сундук будем собирать, подруга, то мало чего останется. Тогда поактивнее, пожалуйста. Ой, флеймбом, хорошо. А почему я не попал в твою бомбу? Это вообще просто через них перекинул. Что я взял? Ну ладно, я могу, конечно. Нет, не могу. Они все на меня. Понимаешь, все. Ладно бы только НПС какие-то. Это еще ок. Не, ульту я иначе умру. Еле сбежал. Ну что ты делаешь, мать? Ну нет, это все, это я труп. Ну по стене проехался, видели? О чем одем? Оп! Ну на, по шляпе прям. Я увидел удар в морду, даже увидел его. Куда я полез? Мне очень нравится, что они мои вот эти вот штуки блокают. А чтобы они их не блокали, это надо прокачать этот самый, то ли красную полоску, то ли синюю, я не помню. Чтобы твои, ну, чарш-атаки не это самое, не сбивали. А что, сестру мою захерачили, я так понимаю? Вон лежит, действительно. Ну, сейчас и меня захерачат такими темпами.
там булинчик хоть поделают чуть-чуть. Вот, но мне нужно тоже поторапливаться, потому что сестра догоняет. Вот этим я могу сработаться. Да ну блин, вот это бесит. Никаких тебе хитстанов, ничего. Не-не-не-не-не, все правильно, давай до конца. Там сестра, надо ей помочь. Ну, в разных командах, но... Семья есть семья. Это на Юми нарвался. Не-не, надо, не надо. ХП-шка, да, если они там к сестре вопросы имеют, ну давай тогда контейнер ломать. И поехали. А контейнер ломаться будет или чего? А, его надо не в торца ломать, а здесь, в эту сторону. Этот контейнер по башке просто прилетел, что ли, или как? Это ненормально, мне нужны, получается, бафы с контейнера, а каждый контейнер мне по башке просто прилетает, и все, я труп. Как бы, ну, нахер я их-то ломаю. Ладно. Давай так. Вот опять контейнеры. Я не пойму, либо я так установил, чтоб только контейнеры были, либо, ну, потому что они только и летят каждую минуту, а этих нету. Никаких других приколдесов. Разъем. Вы видите, что происходит? А, 2000 очков собрал. Ромашка бешеный какой-то. Но я недоволен. Хотя нет, ну был же этот Хикаги здесь нет. Хикаги я боюсь. Я всех боюсь, по мне один удар. Да, нет, теперь уже не один удар, уже можно и пожить. Сейчас можно попробовать вон туда в них это. Бомбочку закинуть. Бум, бомбочку закинул. И опять супер ульта. Поехали. Неплохо, неплохо. Нет, 30 я зафигачил. В легкую. Не, если вы хотите меня окружать, пожалуйста. Сейчас вот я уже готов к этому. Поехали. Окружайте. Не, видишь, они переключились все-таки. А у него получается элемент лед. Вот у каждого еще свой элемент есть. Свое как бы... Как это называть-то? Свое тотемное животное. Свой элемент. Например, Аска вот это самое, ну, самый главный персонаж, как будто бы.
персонажа. У него тотемное животное, лягушка. Стиль у нее земли. Что удивительно, да, для главных персонажей. Обычно главный персонаж — это огонь какой-нибудь или что-нибудь такое. А тут земля. Такой самый, наверное, непопулярный магический элемент. На меня сегодня что-то внимание вообще не обращают вот именно в эту катку. А, нет, все, обратили. Ну, с другой стороны, сейчас 5 тысяч набрать, и все, и мы выиграли. Я тебе гарантирую. Я прям за тобой. Ты даже не западло было это самое юзануть. Ну, заканчиваем. Блин, они убежали. Не получилось закончить. Или получилось? Получилось. Круп! А нет, это по времени мы закончили. Блин, а я думал то, что мы полтосик взяли. Ну да бог с ним. Ребята, ну Рёночка шикарная. Шикарная Рёночка. Неоднократно ее еще увидим, обязательно. Мы переходим к следующему персонажу. К следующему персонажу переходим, а это будет Харука. Любимый персонаж. Просто Громова. Кто был на стримах, то в курсе, тот в курсе. Громушка, если что, привет. Итак, следующая каточка за коробку.